нормально. Оперативно сработали дорожные службы. В течение 2 часов подъехали. И всех, кто был на подъеме, там десятка 3-4 фур и маленьких машин, всех освободили. Все нормально, не волнуйся. Байкальск заезжать не буду. Такие вот условия погодные они. Они шатить не будут.
Угол с левой стороны, половина справа еще свободные от снега. Интересно, как бы сидеющая гора. Thank you.
года они бы и фонтанами